Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, их автобиографией и фотографиями. Известная под сценическим псевдонимом Пепита де Олива, цыганская танцовщица, которая выступала по всей Европе, которая популяризировала испанские танцы фламенко и костюмы Хосефа, Дуран и Ортега. Я пользуюсь переводной Википедии. Несмотря на ее официальный брак со своим учителем танцев Хуаном Антонием Габриэлем де ла Олива в 1851 году, в следующем году она установила партнерские отношения с британским дипломатом Лайонелом Саквилл Уэстом, от которого у нее родилось 5 детей. Ее дочь Виктория родила английскую писательницу Вите Саквилл Уэст, которая в 1937 году опубликовала биографию своей бабушки под названием Пепита. Родилась примерно в 1830 году в Малаге. Официально была дочерью Педро Дурана и Каталины Ортега. Ходили слухи, что ее отцом был знаменитый дворянин Франциско де Борха, Телес Хирон и Пиментель, десятый герцог Асуна. Ее мать была цыганкой-прачкой и торговкой старой одежды, которая ранее выступала в цирке, в то время как Педро Дуран, парикмахер, погиб в уличной драке, когда ей было 6. Благодаря своей матери Пепита брала уроки танцев в Малаге, вскоре став многообещающей исполнительницей. Мать отвезла ее в Мадрид, убедила директора отправить ее на уроки танцев, чтобы поступить в кордебалет-театр. Пепита не получила оценки, к сожалению, ее стиль не совпадал с требованиями театра. Директор балета мадридского театра «Реал» думал, что она станет популярной за пределами Испании. Он организовал для нее уроки танцев под руководством Хуана де ла Олива. Олива влюбился в Пепиту, и они поженились в январе 1851 года, но через несколько месяцев расстались. Ее первое выступление состоялось в Большом театре в Бордо, Франции, где она была высоко оценена. После признания выступила в городах Германии, включая Франкфурт, Штутгарт, Берлин. В мае 1852 она появилась в театре Ее Величества в Лондоне, танцуя Мадрилену, Араганессу и Халео де Херес. В июле 1852 года она дебютировала в театре Водевиле в Париже, где ее встретили бурными овациями и осыпали цветами. Британский дипломат Лайонел Саквилл Уэст положил глаз на Пепиту. Он организовал для нее ангажемент в Штутгартском театре, что положило начало различным выступлениям в городах Германии. Эти двое проводили вместе как можно больше времени, завязав отношения на всю жизнь. Пепита также появилась в Вене, где Йоганн Штраус II сочинил для нее Пепиту Польку. В мае 1858 года родился ее первый ребенок от Саквилл Уэста. После Турина Саквилл Уэст отправили в Мадрид, а Пепита поселилась в Бордо, где в 1865 году родился ее третий ребенок. Ушла из танцев и провела остаток своей жизни в Париже. Умерла в Аркашоне 6 марта 1872 года. Ну вот так вкратце о испанской танцовщице, которая выступала по всей Европе, популяризируя испанские танцы, Хосефа, Дуран и Ортега, сценический псевдоним Пепита де Олива. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.